здесь не обязательно. Да вы же были. Нет. А вот кто? Вот вообще. Никого. Ну, другой не надо. Нет, не надо. Не надо. Не надо. А почему? А. Это очень больно. Больно, да? Если вы себе делали. Это самые больные точки. Очень чувствительные. Может, я сплю, или там нужно чай оставаться? Над губой не надо? Ее можно потерпеть. Ну, раз, два, три, четыре. Ну, тату пойдете. Переносится, нет смысла, да? Губ. Не пойдете. Да, здесь дырочка еще есть. Куда? Тут. Камбиаль мне вот он сзади вас. Угу, спасибо. А вот этот камбиаль, он же блокатор гиалуронидазы. Да, именно чтобы рассасывалось все медленнее. Ну так, мы сейчас закроем процедуру. Как приятно тоже. Конечно приятно. И дома вот и дома отдаем камбиаль, да, и просим до следующего визита к нам. Его. Да, раз в день, два раза в день. Утро вечер. Это что, все две недели, что ли? Да. Это дополнительная рекомендация, это не обязательно. Просто усиливает, пролонгирует действие гиалуронки. Вот смотрите, осталось вот здесь чуть-чуть, ну и шея. А так все. Колок все скушал. Практически.